взгляд современного человека на окружающий мир и старые сюжеты. Так можно охарактеризовать выставку. Богатая фантазия начинающих профессиональных художников и дизайнеров воплощена в различных стилях и направлениях. В пятом проекте молодых мастеров участвует меньше, чем в предыдущие годы, но зато их работы представлены широко. Ставка сделана на качество. Наверное, приобрели некоторый опыт, и мы стали понимать, организаторы, я имею в виду, вполне, что бы мы хотели. И, по-моему, участники освоились внутри проекта. Поэтому, если раньше нам удавалось лишь декларировать, то теперь, по-моему, у нас получилось действительно представить ряд проектов, то есть персональных выставок внутри выставки, предельно сократив количество участников. Эта часть выставки посвящена будущей книге. Стихи, иллюстрации – непривычное для художественной экспозиции сочетание. Это плод совместного творчества поэтессы Натальи Ковалевой и начинающего дизайнера Карины Джанумовой. Это будет очень интересная книга. Это не просто будет книга стихотворений. Это будет дневник человека, который, прочитав стихи, захочет поговорить с собой. Будет монолог. Там ждут сюрпризы для читателей, и это будет очень интересный проект. Сначала я сделала 3 варианта эскиза разных, и потом уже впоследствии Наталья выбрала, какой ей ближе, какой мне ближе, и в итоге у нас получилась такая стилистика. Графика, фотоарт, смешанные стили, плодотворная нынче молодежь, креативная, с определенной художественной культурой. Атмосферу своеобразной параллельной реальности, в которую посетители погружают работы авторов, поддерживает необычная музыка и артисты-мимы. Выставка будет работать до 14 февраля.